Это не его уровень. Не твой. А это не его уровень, я проверял. И вот сейчас самое интересное. Неллис Даун, который украл Icon Kit у Декоди, может быть название у Ели Шоу, а сам уровень не твой, а Винди 252. В скобочках. Я ожидаю штурм школьников в комментах, а те, кто нашли плагиата, то можете написать в комментах. Ай, про его попытки составить правильное предложение я ничего говорить не буду, потому что главное содержание. Давайте по порядку. Украл Icon Kit. В этом предложении я не совсем понимаю, что тут значит украл. Поэтому прочитаю с Википедии. Украсть — это забрать или воспользоваться чем-либо в ущерб другому. Ну да, Декоди, наверное, сильно пострадал из-за того, что для видео я поставил его Icon Kit. Конечно. Второе. Украл ник у Елиса. Опять же, украл. Ну ладно, несмотря на то, что наши ники похожи, я свой псевдоним придумал достаточно давно. И говорить, что я его украл, очень-очень-очень тупо. И на самом деле в этом комментарии написали очень много обо мне инфы, о которой я сам не знал. Забавно. Например, я украл уровень у Винди. Я решил поискать, кто же это такой. Действительно, у него есть такой уровень, который залит на месяц позже моего. Да. Ой, вы вообще смотрите перед тем, как спамить ложную инфу? Ну да ладно. Винди хороший креатор, который не копировал никаких уровней, потому как я зашел на один из его некопированных уровней и сразу увидел, что этот уровень сделан достаточно не... Ой! Как это здесь оказалось? Кстати, уровень реально офигенный, можете заценить. Называется Абстракт и сделан от Лёха. Я уже его пиарил, но все равно, может, кто-то не видел. Вы, наверное, спросите, в чем же посыл этих ответов на комментарии? А в том, что меня просто задолбали подобные комментаторы, которые пишут все подряд, не проверяя информацию. Например, я выпустил видео про дизлайки именно вот в эту дату. Через неделю Декоди сталкивается именно с такой же проблемой и записывает про это ролик. И в итоге я встречаю вот такие комментарии. Просто, блин, классно. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Неллис, всем пока.